ребятки, с вами я, Бабка Шоу, и сегодня я вам решила показать видео Honey the Unicorn. Ребята, осталось совсем немножечко, и у нас выйдет Overlook Bay. И это видео нам расскажет, как же быстро зарабатывать деньги в этой классной игре. Потому что, ребят, вы же все знаете то, что все пэтики и, конечно же, вся мебель в вашем домике, и все это будет стоить за определенную игровую валюту. И если у вас ее будет мало, то, конечно же, вы сможете себе позволить мало в этой игре. Поэтому сегодня, ребятушки, мы посмотрим, как же быстро заработать в этой игре и максимально, конечно, это все сделать легко и просто. И давайте начнем смотреть, ребята, с вами видео. И вот, ребятушки, первое, что нас встречает, это вот такой вот календарь, за который мы будем за входы получать вот такие вот деньги, возможно, самоцветики. А на 30-й день, ребята, мы будем получать вот такой алмазный билет, из которого может выпасть лего. Представьте себе, вы просто заходите 30 дней в вашу игру, и вам выпадает лего. Это же очень классно, ребятки. И вот такой вот календарик, то есть мы абсолютно бесплатно с вами сможем каждый день зарабатывать деньги, это довольно классно. И получается, это точно так же, как и бонус в Adopt Me, поэтому давайте перейдем с вами сразу же дальше. Ребятушки, самое основное, что у нас есть в игре, это вот такие вот задания, за которые мы будем получать деньги. И вообще мы зарабатывать больше всего будем именно за эти задания. То есть вот посмотрите, complete we need, купить новую мебель и все такое. Ребята, к примеру, вы покупаете мебель, вам дают 5 вот таких вот кристалликов. Использовать бронзовый билетик, 25 кристалликов. И вот так вот, ребята, вы выполняете все задания, и задания обновляются каждые 24 часа. То есть, чтобы зарабатывать в игре, вам нужно просто выполнять такие вот задания и... реально вам будут приходить деньги за то, что вы их выполняете. И смотрите, ребята, здесь реально вот такой вот большой список заданий. И сейчас будем смотреть, как же их выполнять. Вот, к примеру, ребята, у нас вылезло то, что он хочет, похоже, это школа. Да, наверное, это учеба. И за нее мы тоже получаем, получается, деньги. Посмотрите, сколько классных заданий здесь есть. Это у нас получается развлечение, и за него нам дали 30 алмазиков и еще 5 дополнительных за наше задание. То есть, ребята, здесь будут давать как за выполнение, получается, задание, так и за вот такие вот задания, которые есть у вас в определенной вкладочке. Перейдем непосредственно к самому прикольному. Это у нас сбор фруктов. То есть, к примеру, вы забираете 24 фрукта и получаете 35 алмазиков. И плюс, ребята, самое классное, это то, что эти фрукты потом мы сможем с вами продавать. Точно так же, как и вот такие вот всякие ракушечки. То есть, вы просто бегаете по пляжу, идете вон в тот вот магазинчик, и там это все продаете дело. Еще есть вот такие вот крестики, то есть это у нас клад. У вас должна быть лопата, смотрите. Берете, просто выкапываете клад и находите здесь, что же нашел Honey the Unicorn. И он, ребята, нашел вот такой вот гигантский алмаз. Или что это такое? И получается, в том, ребятки, магазине мы сможем собирать это все. Смотрите, трясем деревья, собираем все фрукты и потом просто продаем их нашему торговцу. Смотрите, с некоторых, получается, выпадает сразу по несколько фруктов. С некоторых выпадает один фрукт. И это прикольно, смотрите. То есть вот отсюда выпало целых 3 фруктика. И смотрите, вот Ханя забрал 22 фрукта, осталось всего 2. Он трясет дерево, и вот они выпадают, 2 фруктика. То есть смотрите, вот он раз поднял, даже 3 выпало, ребята. 2 поднял фруктик. И вот, кажется, еще 3-й фруктик поднимает. И смотрите, вот у нас задание выпало, то, что оно уже готово. И сейчас мы с вами посмотрим, что же там у нас за задание. Смотрите, он хочет спать и в душ. И сейчас посмотрим. Так, получается, ребятки, здесь тоже такая же система, как и в Adopt Me. То есть, когда ваш персонаж что-нибудь хочет, вы просто идете и выполняете. Вот, смотрите, 35 монеточек пришло за эти фрукты. Это реально довольно прикольно. Система заданий — это что-то дополнительное классное. Получается, помимо того, что вы будете просто зарабатывать за то, что вы там продаете что-нибудь или выполняете задание, вы еще и будете получать вот так вот. Смотрите, ему выпало какое-то яйцо. Что это такое? Это преисторическое яйцо, да, историческое. То есть, ребята, это какое-то яйцо. Возможно, из него будут вылупляться какие-нибудь динозаврики. И вот, смотрите, опять он выкопал клад, и ему дали еще 25 монет. То есть, смотрите, вот так вот легко можно реально зарабатывать. И сейчас, наверное, вот он, смотрите, какой-то маяк, ребятки. Сейчас посмотрим, что здесь в маяке. Тут какой-то секретный подвал. Вот он, ребята, как на скриншотах. Здесь что-то можно будет, скорее всего, варить. И вот он у нас стоит, ученый. И он говорит то, что он делает систему, короче, машину времени, ребятки. И ему нужно какие-то детальки, чтобы их получить. То есть мы ему продаем вот такие вот штучки, которые мы с вами выкапываем доисторические. И продаем ему, и он... 100, ребята, 100 алмазов!
серьезно, 100 алмазов за две вещи. Представляете, вы можете просто бегать и выкапывать клады и продавать. И здесь, смотрите, есть лопатки. То есть здесь можно у него покупать лопаты и потом выкапывать клад. Скорее всего, каждая лопата какой-нибудь шанс дает на выпадение крутых штучек. И вот, смотрите, здесь, ребятки, есть телепорт домой. Не нужно возрождать персонажа, то есть вы просто нажимаете сверху, и вот здесь вот можно покупать вещи. К примеру, ему нужна кровать сейчас, чтобы поспать и заработать денег. Смотрите, он купил ее за 65 вот таких вот гемов. Вот смотрите, ребяточки, спит, и здесь вот эта вот шкала у нас пополняется. И как только она полностью пополняется, у нас зарабатываются деньги. В целом, точно так же, как и в Adopt.me. Смотрите, 15 он заработал. Смотрите, ему получается больше не нужно вот эта вот постель. И поэтому он ее просто берет и продает за полную сумму, ребятки. За сколько купил, за столько и продал. Это довольно классно. Насколько вы помните, в Adopt.me нельзя так делать, потому что после того, как вы перезайдете в игру, вещь становится по стоимости меньше. И это неприятно, когда иногда забываешь убрать ненужную вещь и тратишь за деньги. И смотрите, вот она, опять, ребятки, вот такая вот колесо фортуны, или как это назвать. И вот здесь вот мы, получается, бесплатно один раз в день можем крутить колесо. И что же здесь выпадает? И здесь, ребята, выпадает вот такой вот алмазик, да, ребята. И сколько это у нас? Это у нас, скорее всего, 5 гемчиков нам бесплатно дадут. И сколько? Что, 50 гемов, ребята? То есть 50 и плюс еще 10 за то, что мы это сделали. То есть 60 гемов мы получаем просто ни за что. Смотрите, ребяточки, мы здесь собираем с вами всякие штуки, то есть на пляже всякие разбросанные ракушечки, звездочки, и мы их собираем, и потом, смотрите, мы можем прийти вот в этот вот магазин, это у нас, получается, находится на отдельном острове. Приходим в магазин и просто продаем все, что у нас есть, то есть нам это не нужно, ребята, в нашем инвентаре, и мы просто, посмотрите, идем вот сюда вот, и нам нужно, получается, продать все наши вещи. Вау, ребята, здесь еще можно рыбачить. Смотрите, получается, здесь мы закинули нашу удочку и смотрим на поплавок. Как только оно начало у нас вот так вот делать, то значит мы поймали рыбу. Мы поймали камоновскую обычную голубую рыбку. И сейчас, смотрите, еще раз закидывается удочка, и будем смотреть, что же выпадает. И, ребяточки, выпадает ему. Вот она забурлила, ребята. Вытащил, ему выпадала uncommon рыба, это такая необычная рыбка. Еще раз кидается удочка, и смотрим, что же у нас выпадает, ребяточки. У нас, ребята, вот такая вот ловля, нам выпадает вот такая необычная оранжевая рыбка. То есть, блин, это классно, ребята, вы рыбачите, да, и сразу же продаете. То есть можно целый день рыбачить, да, и потом получить много денег и купить себе дом. Ну вот, смотрите, опять выпала такая же анкомоновская рыба. То есть вы просто рыбачите, вам может, наверное, легендарная рыба выпасть, и это довольно классно. Прикиньте, если выпадет легендарная рыба, за сколько ее можно будет продать. Смотрите, за 5 рыб мы получили 5 таких монеток, теперь идем к нашему старичку и продаем ему наши вещи. Все ракушечки выставляем, и, конечно же, рыбу, наверное, тоже мы ему выставим, потому что она нам не нужна. Смотрите, всю нашу рыбу выставили, все наши штучки выставили. Напомню, что это примерно мы все собрали за 5 минут. И 162 гема, ребята, это реально классно. То есть, смотрите, чтобы наловить себе на 1000, нужно поймать где-то, скажем, 50 рыб. Нет, да даже больше. Мы можем зарабатывать в этой игре практически на всем, это намного круче. Потому что в Adopt.me, ребята, мы можем только кормить наших пэтиков и зарабатывать на этом. И у кого есть стойка, могут ее поставить и немножечко получать с торговли. А здесь, ребята, довольно классно это все работает у нас. И, ребяточки, мы набрали очень много фруктов, поэтому давайте сейчас пойдем и продадим это все нашему торговцу фруктами. И вот он, ребятушки, наш торговец, мы ему, опять же, нажимаем на кнопочку sell, и вот это вот все выделяем, то, что мы насобирали для задания, то есть мы и так получили за это деньги, и сейчас еще получим какие-то копеечки, возможно, даже больше 100. И нажимаем кнопку, вау, 254 гема, просто, ребята! И, ребятушки, не ждите бабку шоу, бабка шоу теперь будет собирать целыми днями фрукты и продавать их, чтобы купить себе классный дом. И смотрите, ребята, здесь можно покупать семена и, наверное, сажать себе деревья. Но нет, вот они, фруктовые деревья. Стоит 600 робуксов, и их купили уже много людей. То есть, ребята, заранее, ребята, какие-то купили себе донат в игре, это прикольно. То есть они сейчас зайдут, и у них уже будет дом и деньги, и все это будет, это классно. И, ребятушки, вот так вот можно зарабатывать денежки в вашей игре, и потом вот сюда вот, например, прийти и здесь еще покрутить рулеточку. За нее, ребята, нам тоже дают деньги. Здесь, смотрите, вот такая вот есть игровая валюта. Похоже, она необходима для того, чтобы крутить это колесо. И, ребятушки, мы, получается, за то, что крутим наше колесо, мне не показалось, да, за то, что мы крутим колесо, нам дают 500 монет. То есть, ребят, просто представьте себе, вам дают 500 монет, и вам еще какую-то вещь дадут, получается, бесплатно. И вот ему выпадает такая штука, 500 гемов ему выпало. А, то есть, заранее показать, просто
абсолютно за бесплатно он пришел и открыл себе 500 гемов получил. Это реально классно. И тут же можно покупать, получается, уже билетики для того, чтобы выбивать пэтов. И давайте, ребятушки, будем с вами прощаться. С вами была я, Бабка Шоу. Ну так, давайте посмотрим, что же выбьет Хани за Юникорнс вот такого вот билетика. Вставлять билетик, билет стоит 1200. Это довольно много, потому что, ну блин. Ну вообще-то, ребята, самое дорогое яйцо в Адопне стоит 1450. Поэтому 1200 это не так уж и много. Учитывая то, что мы легко можем зарабатывать. И что же нам выпадает, вернее, и смотрите, нам выпадает корги. Непонятно какое, но, ребятушки, вот такое вот прикольное видео у нас получилось. И, ребят, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была я, Бабка Шоу. Спасибо, нас уже почти 1000, ребята. Немножечко осталось и будет нас 1000. Всем спасибо, ребятки, всем пока.